Сегодня получился довольно легкий матч. Наша задача была сегодня, опять же, вовлечь весь состав в игру и дисциплинированно выполнять те установки, которые были даны перед игрой. Я думаю, что девушкам это удалось. В принципе, все задачи на этот матч мы выполнили. Коммуникация очень важна на площадке. Мы постоянно девушкам напоминаем об этом, поэтому просим постоянно от них помогать друг другу в защите с помощью каких-то сигналов, которые мы выбрали, опять же, и использовали в тренировочном процессе. Поэтому сегодня, в принципе, эта задача тоже выполнялась. В зале довольно тихо, и девушки помогали друг другу с помощью коммуникации. Некоторые девочки были старше, это было видно, были опытные, но у нас тоже хорошие игроки, мы сумели их сдержать, да, где-то чуть-чуть пропустили за счет концентрации, но так, в принципе, я считаю, мы хорошо защищались. Я сказала девушкам о том, что да, сегодня был легкий матч, но это не значит, что завтра будет такая же история, завтра приедет другая команда, и мы должны в полной боевой готовности подойти к следующему матчу.